Прошу-с. Не зря говорят, шляпка – это врожденная женская слабость. Нет? Нет? Окей, окей. Тогда вот. Удачной шляпкой можно разбить любое мужское сердце, не так ли? Нет, ну что же, чем же вам угодить? Вот это, думаю, будет хорошо. Недаром говорят, женщина должна быть либо красивой, либо в шляпе. Нет, вы знаете, я, пожалуй, возьму вот это. О, сколько вам должна? Нисколько. Вы в ней пришли. В начале 90-х встретить женщину в элегантной шляпке было практически невозможно. Девушки носили спортивные бейсболки, сразу не догадаешься, мальчик или девочка. А их мамы щеголяли в вязаных беретах собственного производства. Очень популярное занятие в многочисленных НИИ. Но дама, которая пришла заказывать кинжалы, была в невиданной старомодной шляпке с черной вуалью.